Приветствую вас и очень интересная позиция у ваших родителей. То есть получается, что они приняли вас домой до тех пор и на том основании, что вы уберете свои волосы, измените свой внешний вид. Знаете, вы бы для начала, прежде чем вот воевать с ними, спросили бы, а чем, собственно говоря, им не нравятся длинные волосы и ваш внешний вид? Чем конкретно им вредит ваше предпочтение во внешнем виде? Пусть они скажут вред, и вы вместе подумаете, как этот вред устранить. Ну, а в остальном, не думаю, что их угроза реально будет исполнена, потому что вы взрослый человек и имеете право носить такие волосы, какие вы хотите, и выглядеть так, как вам угодно лучше и так далее. Но на реакцию родителей нужно реагировать безразличием. Потому что они вас не выселят, они не избавятся от вас, они вас любят. Просто считают силу своего восприятия, что ваш вид не является сколь-нибудь приличным. Ну, оставьте их со своим видением, со своим мнением, вам их не переубедить никак. Другое дело, что вы можете своим безразличием показать, что вам все равно на то, что они говорят, и это их не касается, и тогда у них не останется другого выбора, кроме как принять вашу точку зрения и смириться с ней. А вам очень рекомендуется как можно быстрее найти работу и стать от них независимым, тогда и проблем никаких не будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.